мы очень рады за то, что государство начало воевать. Почему? Как? Это другая история. Но оно начало воевать. Это замечательно. Когда русский народ бежал со своей земли. Да никогда такого не было. Так не должно быть. Русь не такая. Русский народ, он не такой. Я вот этот народ ненавижу, который вот сейчас вот есть. Это не русский народ, это сборище быдла, блин. Народ, он как единый организм. Он ищет где лучше, он воюет за то, что лучше. Вот, он старается себе как-то там расширить свои границы. Ничего. Святая Русь вот крестит. Но это будет уже новый народ, это будет другой народ. Будет народ с зубами, народ с мускулами, умеющий и любящий воевать. И у нас будет огромное государство. Все дети будут уметь воевать? Да. На весь мир. И любить воевать. Вот. И даже Мадагаскар будет губернией Российской Федерации. Да, даже не так называется. Империей. Губерния империи. Мадагаскар. Туда, надеюсь, в старости будем ездить, смотреть на лемуров. Я хочу посмотреть лемура, они забавные. Но это будет другое государство, населенное другими людьми. Не вот это. О, ну. Впереди камера. Я все. Уважаемые коллеги, просьба занять места. Итак, что сегодня скрепляет на сегодня существующую Россию? Отвечаю совершенно официально. Ничего, кроме трех вещей. Первое. Владимир Путин. Это факт. Теперь, что же это за страна такая, когда смена правительства ведет к смену границ? Тут же мгновенно, сразу же. Тут нужен специальный закон, который можно провести быстро. У нас нету времени, к сожалению. Тут играет роль фактор времени. Россия находится под сильнейшим внешним давлением. И если внутри удастся раскачать по национальному принципу, мало никому не покажется. Поэтому принимать надо совместное обращение. И сейчас это делаем. Да. Сейчас. Давайте. Формируем общественное мнение. Выбираем путь. Значит, если наши враги говорят о развале империи, мы с вами, соответственно, должны, я так понимаю, если мы патриоты здесь собрались, думать о ее возрождении и восстановлении. Русского народа, настоящего возрождения русского народа, очень многие сегодня боятся. Просто знают, что если все-таки русский народ отстоит свое право на собственное имя, на собственную волю и на собственную субъектность, очень многим не поздравляется. Вот с этой оптимистической мыслью я хотел бы закончить. Спасибо. Благодарю вас. Браво. И очень тоже на одну реплику добавить. Первая группа. Раз. Раз. Раз, два, три, четыре. Латышский спецназ. Да, выстрелите в колено, давай. Первая группа. Раз, два, три, четыре. Вторая группа, встали. Вы сегодня, может быть, не очень сильно выросли как личность, не очень сильно выросли в своих индивидуальных профессиональных навыках. Но вы за два часа сегодня выросли как механизм. И это тот самый механизм, который интересен нашей Родине в будущем. Не вы как личность, а вы как механизм. А всем спасибо всем. Период фотосессии с оружием для выпендрёжа перед женщиной ВКонтакте, он наступает после окончания моей речи. Всем спасибо. Разойдись. Ha ha ha.
Сейчас сделаем эпичную фотку. Сань, стой, Бог. Да, ты же не посрать присел, реально. Ногу назад подставь. Теперь покажи ему, что получилось, он сейчас все забракует и пойдет на солнце фоткаться нормально. А как я ему покажу? А, вот так вот. Ништяк. Аут. Аут, ауе. Блин, старанчик строй! Ну, кому-нибудь деревом! Здесь? О, на деньги свои! Это здрасте! С вами в эфире рубрики «Мы террористы». Вон мне мир всем, премудрость вон мне. Христос воскресе! Семь, восемь, девять, десять. Позорище! Жиплю, возьми меня. Я буду хорошо вести себя. Что больше? Я побежал. Ты сегодня облажался. Я обещаю, что буду. Сегодня облажался. Да я буду петарду пахать. Я тоже. Я тоже буду. Давай, блок, поменяемся, не суть важно. Мне надо в палатке поспать, да доширак съесть. А дальше все. Доширак съесть? Все надо пожрать. Давай, надевай, вот так, вот так. Вот так мы выживаем в погоду. Внимание, общая команда направо. О, ковчег. Шагом, марш. Как вы? Ты одного только давай. Убил. Одного бегом. Я убил, одного ранил. Бегом. Что там у нас? Ну, подвиньтесь. А потому что тут прижалено. Так, еще справа принять. Еще? Вы будущее России, вы будущее нашего народа, который вроде бы как бы уже и закончился. А? Вот. А я вот сейчас смотрю, и вроде и нет, он есть. Есть еще ребята, которые готовы и хотят защищать свою родину. Вы подрастете и будете жить в другом, счастливом, могучем, огромном государстве. Вот. Потому что для России границ, в общем-то, нету. Есть горизонты только. Вот. Она должна быть
не в этих границах, которые сейчас там обозначили. Она гораздо больше. Просто так никто не отдаст нам потерянных территорий, никто не отдаст нам те ресурсы, которые у нас отобрали. Поэтому нам придется им забирать самим. Ибо Господь сказал, что не мир я вам принес, но меч. Можно это как-то по-другому интерпретировать, а можно и как он сказал, так и понимать. Вот поэтому готовимся к войне в любом случае. Все, спасибо. Ну что ж. Так, я теперь попрошу. Так, команда, сейчас я скомандую. Команда «Юный десантник» подойдет ко мне. Остальным направо. И прав шагом. Вся там дума, я не знаю, как это называется в Америке. Но конгресс, они, короче, его не допускают к власти, да, так как, ну, он сказал, типа, я не буду вести политику против России, я хочу с Россией дружить. И после этого не разрешили, ну, и не допускают. Все, мы ехали. Так, что, брат? До понедельника.